Здравствуйте. В этом выпуске я хочу наметить общие черты того, что я называю Somatic Runtime. Зачем это нужно? Ну, во-первых, я еще помню времена DOS-а, когда программировать на разных языках было относительно несложно. Можно было написать одну функцию на одном языке, импортировать, экспортировать в другом языке, и все это довольно замечательно работало до тех пор, пока не появились такие вещи, как исключения, объекты и многие другие радости современных языков, которые всю эту картину испортили, и так эта картина и не восстановилась до конца. С тех пор были некоторые попытки, и сейчас это работает на некоторых платформах, ну, например, COM, но COM не дает всех возможностей. Есть в Linux более совершенная платформа GObject в составе glib. Это, в принципе, гораздо лучше, но glib, конкретно GObject, писался людьми, которые что-то видели, и это что-то, что они видели в компиляторах, просто воспроизвели в библиотеке. А в компиляторах они видели, как вот компиляторы могут составлять, во-первых, раскладку класса, где какие переменные, где какие поля класса сидят, и как они из дочерних классов адресуются. И точно так же для самого класса располагать виртуальные методы. Какие ограничения на это есть в тех языках, с которых это было скопировано? Ну, это, например, Delphi. Очень узнаваемо. Абсолютно те же самые ограничения без изменений воспроизведены и в GObject. Если вы опубликовали какой-то класс, и от этого класса какие-то сторонние разработчики наследуют свои классы, то чтобы у этих их чужих классов не поехали поля, необходимо, чтобы ваш класс больше никогда не изменял размер после того, как вы его опубликовали. Чтобы это обойти, обычно в классе делается какое-нибудь поле типа void звездочка все, который указывает на еще какой-нибудь динамический объект, и этот динамический объект, он уже по размерам может меняться в зависимости от реализации. Но у этого подхода есть безусловная издержка. Это каждый раз, как мы передаем управление, каждый раз, как наследует класс какой-то еще одно звено, еще одна сторона, еще один разработчик, он добавляет свое такое поле void звездочка, и у нас получается каждый такой объект обвешан кучей сателлитов, и в этих сателлитах хранятся поля, которые добавлялись в следующих версиях класса. В общем, так вот некрасиво. Ну, не только поля, а методы, которые добавлялись, методы тоже можно как-то перенаправлять. Ну, наверное, тут разработчики GObject лучше знают, но тем не менее такие специальные поля имеют место быть. Чуть лучше ситуация обстоит в Objective-C Runtime. Objective-C Runtime обычно без Objective-C не используется, но тем не менее у нее есть свой довольно-таки, ну, по крайней мере, превосходящий GObject потенциал. В Objective-C Runtime вы без некоторых проблем не сможете изменять размер вашего класса, но метод добавлять можно.
потому что способ, которым делается позднее связывание, отличается. И этот другой способ, он позволяет добавлять новые, там это называется селекторы. А с размером классов так получается, что если бы все программисты, которые бы наследовали от вашего класса, использовали методы, использовали функции Objective-C Runtime, которые начинаются на Obj-C подчеркивание, и определяли бы размер экземпляра класса динамически, и исходя из этого размера высчитывали положение своих полей, то в этом случае размер класса мог бы меняться, но если писать просто на Objective-C, то компилятор вписывает статические размеры на основании тех заголовочных файлов, которые компилятор при этом обработал. А заголовочные файлы при этом обязаны предоставлять полную информацию о том, какие поля содержатся в классе, от которого вы наследуете. И что касается классов Apple, в которые что-то может добавляться, там как раз такие поля типа void звездочка, reserved, они точно так же присутствуют. Так что Objective-C эту проблему не решает. Что касается com, то это как я читал в одной из документаций, удачное такое сравнение. Если SOM это двигатель, то COM это чертеж двигателя. А там по этим чертежам каждый уже во что горазд может свои двигатели делать так, чтобы они совпадали с этим чертежом, соответствовали. То есть в ATL это один двигатель, в Delphi это еще один двигатель, в гнаткоме для ады третий двигатель. Двигатели, и эти двигатели, они не сочетаются. У всех своих двигателей наследование какое-то, наследование только интерфейсов, и между разными платформами есть только агрегация. SOM это древний, незаслуженно забытый конкурент COM, который был достаточно продвинут, и из-за этой его продвинутости его никто спонтанно просто так не повторил. Люди, которые потратили свое время на SOM, System Object Model, IBM-овскую, они предусмотрели довольно разные ситуации, которые могут происходить, и такие детские ситуации, как добавление методов, добавление полей, они в SOM-е предусмотрены, это вообще не является чем-то таким выдающимся. Вот метаклассы, автоматическое наследование классов, если класс наследуется от нескольких других классов, и у них свои метаклассы есть, и вот чтобы отнаследовать от всех от них какого-то наследника, вот, с наследником-то понятно, он наследник описан, а вот метакласс наследнику нужно предоставить. Начиная с SOM 2.0 уникальное решение предоставляется, только там это встречается. Не буду продолжать. Надеюсь, вас эта картинка достаточно испугала. Если кому-то интереснее, документ называется Release to Release Binary Compatibility in SOM, если интересует. В общем, SOM это практически лучшее, что есть на эту тему. И у него есть свободная реализация FreeSOM, который как раз хотелось бы воспользоваться. Таким образом, FreeSOM, как основание Somatic Runtime, дает возможность проявить мультиязычность без
подвоха. Если говорить про такие платформы, как .NET или Java, то там или JVM, то там подвох есть. Вроде бы можно писать на любом языке, но выясняется потом, что если это язык компилируемый, то компилируемый он должен быть именно в эту платформу, а если язык для платформы, для какой-то платформы компилируемый, то для .NET или для Java он так просто не подходит, не может работать на них, нужно писать другую версию языка, это уже получается в некоторых случаях даже другой язык, этот другой язык даже может так и не приживаться, как Delphi .NET, Oxygen и там Delphi Prism, это другие языки, так и не стало того же самого языка, который бы на .NET или JVM работал. А в случае с Somatic Runtime это действительно тот же самый язык может быть. Так, сам SOM разрабатывался. SOM на OS пополам совместим с такими языками, как C и C++, еще Smalltalk и Object Rex. Такой язык был. Как минимум 4 языка. Еще для FreePascal, для OS пополам, встречался эмиттер, но этот эмиттер в действии я не видел, но так или иначе кто-то что-то делал. Кто-то что-то делал, наверняка работало, почему бы и нет. Задумка была именно такая. В документации Pascal упоминается как один из примеров. Ну, официальная реализация от IBM не была, они официальные. Я с ними не могу сказать, что детально разбирался. Еще одна вещь, зачем это может понадобиться. Сейчас есть такая проблема, я считаю, что это проблема, моноязыковость библиотек. То есть, если вы хотите писать на каком-то языке, вот, допустим, Ada, у вас возникает проблема в том, что для этого языка нет библиотека, библиотеки для какого-то и другого языка, и к ним нужно либо самому обертку делать, либо учиться свигом пользоваться, Simple Wrapper Interface Generator, который там распрямит в сишную IP, потом это сишное IP снова преобразовать в IP для ADA. Нетривиальная задача. Нельзя просто сел и поехал. Такого нет. Возможно, не только ADA. Возможно, мы каких-то других языков не увидели или совсем не заметили, потому что им, ну, очень сложно пробиваться из-за того, что нет какой-то общей платформы. Вот для дотнетовских языков пробиваться проще, а компилируемо сложно. Мы даже не знаем, какие языки это могли бы быть. Они просто не пробились. Не пробились, мы их не знаем. Somatic Runtime мог бы эту ситуацию изменить. Еще одной важной целью Somatic Runtime является нормальная многоплатформенность. По крайней мере, в пределах одной и той же архитектуры. А так как у нас на обычных компьютерах архитектуры пока только две, x86 и x86-64, но может появиться еще одна, ARM, может быть, придем на десктоп, но все равно не так уж много. Имеет смысл под каждую архитектуру компилировать только один раз. А зачем еще? Процессор тот же самый. Пусть программа загружается в память, а там уже определяет, как ей работать с операционной системой. Ведь работает же как-то программа на Java. Чем и хуже. А, собственно, идея Somatic Runtime – это быть чем-то вроде бинарной Java. А, выглядеть это будет так. За основу берется Vine, но если обычный сценарий использования Vine предполагается использование WinAPI, и, соответственно, программа выглядит
не очень. Ну, на разных операционных системах по-разному, на macOS очень стрёмно выглядит, если использует графический интерфейс WinAPI, и файловая система воспринимается совсем не так, и приложения родные для операционной системы так просто не запустить. В общем, вот всю эту часть пропустить, и по-хорошему программа должна запускаться как можно быстрее, определять, на какой операционной системе она работает. Для этой операционной системы подгружать специальные winlib, ну, если Solaris, то для Solaris, если FreeBSD, то для FreeBSD, для Linux, для macOS, ну и если это Windows, то Windows-версию каких-то специализированных библиотек, таких как SDL и libuf. Libuf для работы с сетью, SDL для графики, еще, допустим, AVX Widgets для того, чтобы отображать пользовательский интерфейс, который тоже на разных платформах свой. И как можно быстрее забывать о своих корнях. То есть использоваться будут компиляторы для Windows на начальных этапах, но от Windows там только расширение .exe и .dll. А по сути, чем меньше вспоминать, что это Windows, тем лучше на всех платформах, кроме Windows, конечно. То есть даже файловые пути нужно не через backslash, а с использованием специальных API, которые будут в Somatic Runtime. Ну, так же, как в Java, можно криворуко написать по старинке, там сидеть на Windows, разрабатывать и backslash, как если бы везде backslash были, а потом запустить это под Linux, ну, будут проблемы. Также и тут нужно использовать специализированные API для того, чтобы работать с путями на файловой системе. А если этого не делать и использовать backslash, ну, тоже криворукость такая получается. Но тут проблема в том, что когда используются компиляторы, они еще подключают стандартную библиотеку, и вот эта стандартная библиотека может в обход желания программиста использовать какие-нибудь не те API, поэтому эти API придется все-таки тащить, но по возможности использовать не то, что язык предоставляет, а собственно API Somatic Runtime, тогда будет работать лучше всего. Теперь зачем еще это все нужно? Ну, тем, кто разрабатывал только под Windows и про разработку под Linux только-только слышит, вот давайте, ребята, на Linux портируйте, очень-очень хотим вашу программу. А что это такое портировать на Linux, еще не представляет. Я покажу кое-какую картинку. Вот, допустим, когда программа есть в репозитории, все хорошо. А если программы в репозитории нет, ну, допустим, в Debian нет одной программы в репозитории Debian, но она есть, ее можно найти для Ubuntu. И вот посмотрите, как это выглядит. Куча каких-то файлов, вот, какие есть относительно свежие версии Ubuntu, для каждой нужно зачем-то скомпилировать. Ну, представьте, под Windows будете компилировать под Windows XP, там под 2003, Vista, семерка, и под каждую свою версию. Но это как? Это зачем? Вот. Посмотреть, на что место тратится. Там 54 мегабайта для Precise, 54 мегабайта для Quantal, 54 мегабайта для Raring. Ну, это ни в какие ворота не лезет. Ну, зачем? Все это приводит к тому, что на Linux разработка на компилируемых языках, она нисколько скована. И разрабатывать-то можно не только на таком обычном языке, но можно взять и разрабатывать на Java, и тогда Java Runtime Environment
будет предоставлен конкретным дистрибутивом пользователя, и все эти проблемы сгладит. Либо, что похоже, можно писать на скриптах. Вот большое засилие скриптовых программ, вот, допустим, Tortoise HG, сложно представить было раньше, чтобы какие-то серьезные программы писались на скриптовых языках. А это, скорее всего, не от хорошей жизни. Это потому что, чтобы аналогичное провернуть на C++, это так нужно заколебаться, но сами видите, под то скомпилирую, под то, что делать больше нечего, компилировать и компилировать, то ли дело в скрипте. Сел, пишешь, один раз пишешь, работает там и там и там. А вот чтобы точно такие же хорошие возможности были для компилируемых языков, нужно и обстановку им создать аналогичную, и Somatic Runtime тут тоже могла бы выполнять функцию аналогичную Java Runtime и Mono. То есть вот Somatic Runtime, она, допустим, будет в куче там всяких разных вариаций под каждый дистрибутив, но после того, как это поставить, ваша программа будет выглядеть больше всего это похоже на Mono. То есть маленькие экзешники, куча там дейлеречек, и если их запустить, это будет родной для операционной системы интерфейс. Под macOS средства разработчикам можно сделать, чтобы автоматически упаковывать, собирать все нужные дейлельки. Допустим, если libuf у вас используется для работы с сетью, чтобы версия libuf под macOS была, libuf.dll.dlib, вот что-то такое специализированное именно для этой версии. И все остальные свои DLL-ки, не привязанные к какой-то конкретной операционной системе, они просто будут лежать рядом. Вот так это должно будет работать. И разрабатывать эти программы можно хоть из Windows, хоть из Delphi 7, но правда, Delphi 7 только x86 архитектуру позволит скомпилировать. Но вот Delphi 7 на Linux, на macOS будет возможно и такое.